Предоставление государственных услуг по дактилоскопии и выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости уже стало возможным не только через органы Министерства внутренних дел и филиалы многофункционального центра. В целях экономии времени и упрощения процедуры на сегодняшний день гражданин, имеющий доступ к сети интернет, может подать заявление для получения данной услуги в электронном виде, рассказывает юрисконсульт городского отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Майя Ахмедова. Который у нас на сегодняшний день присутствует и наиболее актуальный, это предоставление госуслуг электронно, то есть через сайт, интернет-сайт www.gosuslugi.ru. Зайдя на этот сайт, можно зарегистрироваться, направить запрос и получить ответ опять-таки на свой же электронный адрес. Буквально несколько лет назад процедура получения справки о наличии либо отсутствии судимости была более усложненной. Через участкового уполномоченного направлялось требование в информационный центр Министерства внутренних дел Республики Дагестан, откуда ответ предоставлялся по истечению длительного срока. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, с момента введение услуги в электронном виде уже принято 70 заявлений от разного контингента населения. Видимо, при приеме на работу, потом, которые по контракту уходят служить, либо просто служить, в основном учебные заведения. Очень часто обращаются. Заявителями по получению государственных услуг могут быть иностранные граждане, лица без гражданства, либо их уполномоченные представители. Обращаясь к населению города, Майя Ахмедова подчеркнула, что полную информацию о предоставляемых услугах через федеральную государственную информационную систему можно посмотреть на баннерах и доске объявлений на территории городского отдела полиции и на самом сайте. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».